здравствуйте. Сегодня покажу, как ползать. Казалось бы, я вообще этих ног не чувствую. И как я могу их так подвигать? Когда я первый раз это сделал, я очень сильно обрадовался. И сразу почувствовал такой нехилый приток динамики, и это меня бодрит до сих пор. Ну, в общем, смотрите. Лучше, конечно, перед этим разуться. Потому что кроссовки не будут скользить, будут упираться, будет очень сильно нервничать, потому что это горечно тяжело. Can't stop the unstoppable, niggas is droppable, when I'm coming through with my lyrical, I'm the roughneck swinging, drama that I'm bringing, on your left jaw I'll be tinging, because left hooks turns mouths to mush, and when you're in my grip, your whole game will be crushed. Назад получается сложнее, но это уже реально научится. Хотя поначалу назад вообще не получается, мне кажется, что назад никак невозможно ползти. Но потихоньку, по миллиметру, вроде как начинает ползти. Как только у меня это получилось, я сдвигал ногу вообще совсем на чуть-чуть, вот настолько, даже может настолько. И делав два шага, я просто валился и не находил себе сил дальше куда-то ползти. Это казалось нереально. Каждый день я просто повторял это в течение 5-10 минут, неважно, хоть чуть-чуть проползти, напрячься в такой форме. Назад, вперед, хотя, ну, как я уже говорил, назад вообще ползти не получалось. Мне дает ощущение того, что я действительно передвигаю свои ноги. Это и визуально вижу их. Даже если оно у вас поначалу не получается, выходит, что травма тут не отмазка. Напрягается вот эта вот мышца, которая выбрасывает ногу вперед. И если так ползать все больше и больше, то, конечно же, у вас получится прокачать это ноги. Всем всего хорошего, до свидания. Вот тут вот. Подписывайтесь на мой канал.